You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. Bitch young and so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня мы будем сравнивать M2 и SSD накопители. Будем планировать операционную систему на новый M2, проверять и сравнивать скорость чтения и писания обоих накопителей и тестить их в загрузке некоторых игр. Также я прикупил себе радиатор на M2. Но монтировать его будем попозже. Для начала давайте установим M2 накопитель на материнскую плату. Для этого я снял видеокарту, чтобы было больше места, где работать. В комплекте у нас с материнской платы идут два болтика, с которыми крепится M2. После чего мы здесь все установили, начинаем планировать операционную систему. Операционную систему я спланирую через программу Maxim Reflex, бесплатная программка. Я ссылку оставлю в описании под видео. После чего делаем перезагрузку и заходим в BIOS. Там мы открываем boot меню и выбираем наш M2. После этого все готово. Наша операционная система запустилась с нужного нам накопителя.